Команда КВН «Утомленные солнцем», Сочинский университет курортного дела и туризма. Наша служба и опасна, и трудна. Взгляд как будто не видна. Ведь мы служители культа личности, причем доходит все до фанатичности. Это мой кумир, а мой Шакил О'Нил. А моему на ухо наступил медведь, но это не мешает ему танцевать. Чё ты смеешься? Ты своего покажи! Ох ты! Идиот! Хватит распыляться! Будем служить одному идеалу! Вот! Ну как-то сторож! Вот! Вот это мрачновато! Вот! Ах, оставьте, это пустое! Все! Я уже придумал! Будем служить и поклоняться чистому и невинному! Светлому и самозабвенному! Мне! Чего? Раз, два! Раз, два! Сережа! Что? Залу это не нравится! Ах, что мне зал? Раз, два! Раз, два! Почему выступление я только 5 минут? Раз, два! Раз, два! Сережа! Ты вообще к психиатру ходил? Ходил! Вот справка! А к нейропатологу ты ходил? Ходил! Вот справка! Сережа, а не пошел бы ты! Ходил! Вот справки! Справка выдана Лунину Сергею в том, что он живет с цветным телевизором! В однокомнатной квартире! А это мысль! Давайте служить и поклоняться цветному телевизору! Попробуем! Дети! А какого цвета мой пиджак? Черного! А какого цвета рубашка? Белого! Дети, а какого цвета мое лицо? Цвета чайной розы! Кабачковой икры! Ацидофильного молока! Стоп, стоп, дети, а какого цвета у меня Скромненький синий платочек, да? Ребят, а мы вчера с мужиками собрались вечером, думали, посидим, Санту-Барбару посмотрим, а тут бац, и свет выключили. И что? Что пришлось при свечах марки разглядывать, вот что. А на марках пиво с вяленую воблой. Кто сказал вобла? Я. Отлично. Будем поклоняться рыбам. А как ты общаться с ними будешь? Очень просто. Буль-буль-буль-буль. Уважаемые рыбы, Титаник прибывает по расписанию. Красноперки, попрошу не толпиться. Ди Каприо прибудет чуть позже. Ребята, а давайте поклоняться не рыбе, а мясу. Как мясу? Ну, животным, как Маугли. Ты откуда? От верблюда. Ну? А вот ты красавчик! У меня такой же красавчик сосед был. Толян-боксер! У него ухо, нет, вот здесь, в двух местах порвано. Зубов у него, ну вообще во рту не было. Но на велике как гоняет. Серьезно. Транспорт! А это идея! Будем поклоняться поездам, как Анна Каренина! О, самоубийца! А где ж я так уши-то расплющила? Слушай, ну вы же сами сказали, хочешь покончить жизнь самоубийством? Ложись под поезд! Так надо было ложиться поперек, а не вдоль! Пойду попробую! Ребята, а давайте поклоняться космосу! Точно! В детстве, когда все мои друзья были маленькими и мечтали сниматься в рекламе Pedigree Pal, я хотел стать космонавтом и выходить в открытый космос, а не в эти дурацкие памперсы! Открытый космос!
Ты хоть знаешь, что вся пища космонавтов в тюбиках? Да, знаю. Знает он. Вот вчера космонавт Соколов перепутал тюбики и почистил зубы беляшами. Тоже мне событие. Вот меня вчера ограбили. Три голубоглазые блондинки. И что они взяли? Что за еврейские вопросы, что взяли? Лучше спроси, как они это сделали? Вы служители культа личности? Да. Ради этой личности вы готовы на все? Да! Вы готовы все крушить и ломать? Да! Вы готовы обижать женщин и детей? Да! Милиция! Милиция! Стоп, стоп! Не надо милиции! Что вы? Ребята, давайте поклоняться чему-нибудь более спокойному! Давайте поклоняться этой великой и замечательной игре, которая сплотила нас, которая дарит нам столько радости и веселья. КВН. Ты же должен был сказать кегли! Язык не повернулся. Как? А вот так. Ну да пшел отсюда! Ну тогда давай читай ритуальный танец. В Сочи КВНу служат! Участники команды! Музыкант команды! Браво! Фанатки команды! Душа команды! Душонка команды! Водолаз команды! Я команды! Стулья команды! И до свидания команды!